С 1 ноября несколько автобусных маршрутов в Архангельске изменят схему движения, а на некоторых изменится еще и цена. Так, со следующего месяца увеличится цена проезда в автобусе под номером 180. На маршруте будет применяться нерегулируемый тариф. Он будет рассчитан из покилометрового пробега, в связи с тем, что значительное расстояние маршрута проходит по Приморскому району. И стоимость проезда будет составлять 64 рубля. Теперь об изменении маршрутов от Ленинградского проспекта по улице Галушина, Московскому проспекту, проспекту Обводный канал, Урицкого, набережной Северной Двины. И далее по привычному маршруту будет двигаться автобус номер 41. 7 ноября маршрут номер 33 от поселка Лесная речка до Архангельской городской клинической больницы будут обслуживать 5 единиц общественного транспорта без изменения количества автобусов на третьем маршруте.